Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Современные США». В данный момент я предлагаю вам дополнение к видеолекции номер 9. Девятая лекция посвящена современной американской экономике, ее современному состоянию, особенностям развития. В дополнение я должен дать вам рекомендуемую литературу и вопросы для закрепления. Вот давайте начнем с рекомендуемой литературы. Во-первых, есть такое издание, оно называется «Современные США. Энциклопедический справочник». Раз это энциклопедия, там есть сведения любого характера, в том числе и экономического. Есть несколько изданий, еще с конца 80-х и до нашего времени есть несколько переизданий этой работы. Очень интересная книга Макса Лернера, западного специалиста, который написал книгу «Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня». В двух томах, Москва, 92-й год издания. Следующая книга – это монография выдающегося американского экономиста и историка Гелбрейта Джона Кеннета под названием «Великий крах 1929 года». Как вы понимаете, это о Великой депрессии, о ее начале, да, в октябре 29 года. Книга издана в Минске в 2009 году. Очень интересная работа западного тоже исследователя Андре Каспи. «Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и сухого закона. 1919-29 годы». Потрясающая, очень интересная книга. Я просто настоятельно вам ее рекомендую, если вы хотите больше знать о том, как жили американцы вот в эпоху просперити. Москва, 2008 год издания. Очень тоже известная монография известного российского американиста Малькова. Книга под названием «Путь к имперству. Америка в первой половине 20 века». Москва, 2004 год издания. В этой книге есть раздел, который рассказывает о 20-30-х годах и, так сказать, соответственно, о просперити и Великой депрессии. И еще одну книгу я вам не просто назову, я ее и покажу. Это «Статистическая история США. 17-го, начало 21 веков». Эта книга издана в Институте всемирной истории Российской академии наук. Ответственный редактор Владимир Викторович Согрин, американист, ведущий российский. Москва, 2012 год издания. И это действительно, она вот не такая, может быть, большая и солидная на вид, но содержит массу интереснейшей информации. Здесь первый раздел содержания – это территория народа, населения. А вот раздел второй – экономика. И здесь полностью ВВП на душу населения, баланс внешней торговли, промышленность по регионам, индексы промышленного производства, производство автомобилей, индекс цен, производство разных видов продукции, продолжительность крупнейших депрессий, федеральный долг, кстати, федеральные доходы, экономический кризис 29-33 годов, экономические показатели президентства Франклина Делано Рузвельта отдельно рассматриваются, и показатели экономического развития в период президентства Рейгана. В общем, очень интересное и важное издание «Статистическая история США». Ну и теперь контрольные вопросы, вопросы для закрепления. Первый – это что означает аббревиатура ВВП? Второй вопрос. Как назывался крупнейший экономический кризис в американской и, пожалуй, мировой истории? Третий вопрос. Что такое индекс Доу-Джонса? Четвертый. Каков объем мирового промышленного производства сейчас приходится на Соединенные Штаты Америки? И, наконец, пятый вопрос. Какая профессия в рейтинге самых популярных находится под номером 1 в Соединенных Штатах Америки? Подумайте над этими вопросами. Благодарю вас за внимание.